have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами как раз, по-моему, именно здесь и остановились. Down, I guess. You guess. Сейчас посмотрим. Yeah, this is all new. Fresh. The Nexus appears to be below the gravity lift into the spire. We need to find it. Вот эту локу мы с вами уже зачищали. Да, эту локу мы защищали. Ну ладно, давайте мы по-быстренькому пройдемся сейчас. Прям в лицо прилетело человеку. И этому тоже прилетело. Хорошо. Тут вроде где-то был какой-то здоровяк, или мне кажется. Чувак, отстань от меня. Да-да-да-да-да, тут... Не пищи. Где? Где ты? Где ты, блин? На, держи. В какой там было? В первой части или что такое, когда солдаты стреляют в хрюков? Такие, на, прям тебе в лицо. Это же у тебя лицо там? Ну, вот типа такого. Давайте немножечко перепройдем. Но я думаю, что не так долго. А, это мы тоже проходили. To protect the Harbinger. Clearly. Will it work? What do you think? If I told you what I... Oh, I get it. Sarcasm. Sarcasm, you're да. Funny, too. Дружище. Да, это как раз фишка с... В смысле? Ты меня тут убей еще, ага. Почему я стреляю за... А, да, я же вытащил... Именно поэтому я стреляю из этого. Блин! Вот эти ребят тоже бесят. Фиг ли ты скачешь? Фиг ли ты, блин, скачешь, клоун? У меня почти патроны закончились. Опять. До свидания. Так, все, последний патрон. Надо где-то... Дай сюда. Где он? Тут был еще где-то один хрюк. Нечем перезарядиться. О! Держи, до свидания. Точно, точно, точно. Это же был момент, где у меня... не хватало патронов. Я тебя руками убью, значит, что поделать. Добыча сбежала. Ребят, это вы тут добыча, если что. Все, мы договорились. Супер. Придется менять.
Ты кто? Целится, прикинь. Ой, тут этот пердежник. Блин, погоди, чувак, я перезаряжусь. Да. Снайпер перезарядили. Может, я еще попадать буду? Было бы вообще хорошо прям. Нет, дружище, стой. Мы так не договаривались. Да погоди ты. Почему-то к этим я не могу приехать и ударить. Я не знаю, в чем прикол. Он постоянно выше прилетает. То есть удар делает, да, но прилетает постоянно выше. Так, ладно. Это мы возьмем. Ну, поехали. Ладно. Ладно, уговорили. Погоди, я видел чьё-то лицо. Ладно. Look at that. The hologram, it looks like the spire above us. Да, голограмма такие. We're heading in the right direction. Тварь, сдохни. Ой, я его убил даже таким образом. Открылся на секундочку и получил хлебало просто моментальнейше. Где ты? Да, зачем ты уворачиваешься? Зачем? Ёлки. Я в последнюю секунду увидел этого самоубийцу чертового. Прилетел, блин, с двумя гранатами. Отстань от меня! Просто это происходит крайне неожиданно. Где ты? Он убегает. Я и тебя ищу, если что. Они тигренки достают буквально сразу, выхватывают и бегут взрываться. Кто вас этому научил? Ну, то есть, кидают они их плохо, прям недалеко. Но когда они бегут на тебя с этими гренами... Да, вот было то место, где мы остановились. Ладно, 5 минут мы поиграли. И... не страшно. Я думал, что нас чуть поближе сохранит. Ну, такое дело. Сюрприз. Не убежал. До свидания, дружище. Блин, выбежал опять 100-500 штук отсюда. А с той стороны кто-то остался? Там же тоже должен был какой-то придурок стоять, да? О, греночки.
Я почти уверен. Зачем человека заставлять ждать, да? Ну тут скучать один будет. Я же говорил, тут... он тут есть. Ну прикиньте, убить всех, кроме него. Это же жестоко. Ему потом будет скучно. Нельзя так делать. Если убивать, то убивать всех. Мы же не садисты какие-то. Блин. Тварь, вот это была прям ловушка. Вот это была прям ловушка, если чё. Я даже не понял, чем меня бьет. Ну, как бы и все. Я чисто по индикатору понял, что меня бьют сзади где-то, а потом эта невидимая морда появилась. Имеет смысл теперь идти... Блин, это мой же, моя же граница обзора. Имеет смысл идти с маячком. Нычутся, нычутся, смотри на них. Ныкари фиговы. Упс, ты мертв. Понял, понял, снайпа. А к этому быстро привыкаешь, такой, ой, я все вижу. От этого расслабляешься, серьезно. Замри, чувак. От этого очень быстро расслабляешься. Я ж тебе тоже могу сейчас по роже врезать, ты понимаешь или нет? Тупые люди. Не осознают вообще, что происходит. Да на тебе, блин, пляшет оно тут. Вы что, спаунитесь тут или где? Трон надо пособирать. Прилетел, ударил по морде, улетел. Геймплей. А, эти у меня максимальные, хорошо. Как бы, дружище, я сейчас так выйду, что ты у меня зайдешь. И вот... тебе меньше всего нужно, чтобы я вышел. Прям меньше всего. Найдите его и убегает от меня. Да, 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 вот так. Все, мы договорились. Отлично. Открылась эта дверь. Все, нормально. Ты с чем вообще был? Это... фигня огромная. Сюда мне точно не надо прям?
Странный такой закуточек. Я бы на это посмотрел. Греночки мы вроде насобирали. А здесь... А, это тупо открылась область с доспауном. Из одного перца? Серьезно? Что-то как-то нелогично, что ли. Ну, допустим. В полете прям рука чесалась нажать С, чтобы проскользить туда. Опять же, чуть-чуть поиграешь в Apex, и начинаются привычки из Apex. Обе игры очень динамичные, очень похожи именно по геймплею. Тут можно подкрадываться, но срабатывает скрипт. Это то, что я думаю. Это то, что я думаю. Все, грены закончились. На этом веселье закончилось. А их, как всегда, двое. Это в очередной раз бесит, что их всегда по два. Дайте мне другую взрывчатку. Тут еще должны быть грены. Да, отлично. Тут можно, в принципе, перезаряжаться очень долго. Не бесконечно, но долго. Нету бочонков с взрывчаткой. Это прям печально. Ой, еще греночки. То есть сражаться с этими чуваками в закрытом пространстве — это проблема. О, у меня есть те. Погоди. Посмотрите, сколько у него жизни. Просто посмотрите, сколько у этой твари жизни. Вы видели, да? После всех гранат, после всего того, что я ему накидал, сколько у него еще жизни. Надо хотя бы... Вот, хотя бы одного убить. Тогда будет попроще. Фух. Получается, я их практически одновременно дамажил. Раз второй сдох так быстро, значит, ему тоже там понаприлетало уже прилично. Пойдемте зарядимся. Я на них спустил почти весь боезапас. Они стали очень часто появляться. Они очень душные, их дофига. Вот танки, вот эти вот хантеры, это, пожалуй, единственное, что меня сейчас смущает в геймплее. That's different. What now? Down. Погодите, а зачем тут это? Тут просто дохлый чувак валялся. Ладно, поехали вниз. Какие-то развилки, какое-то что-то непонятно чего. Здравствуйте.
that was fun. Это, да. Do it again? Еще раз. Let's look around. Чувствуете? Пахнет боссом. Ну, синие двери, которые запитаны и бесцветные, которые обесточены. Да, это понятно. Я бы еще гранаток бы покушал. Я думаю, специально мне там... Я думаю, мне специально дали там двух хантеров, чтобы я выкинул все гранаты. У меня одна осталась, но это реально мало. Хотя, с другой стороны, да. Вот они мне дали еще две гранатки. И, ребят, кто сейчас смотрит и такие рука-лицо, типа, фиг ли я хожу с одним оружием? Я же, в принципе, немножечко объяснял свою точку зрения. Почему я так поступаю? Если что, просто пишите в комментах, если я не прав и насколько я не прав, и какие пушки лучше брать и для чего. С такими штуками я уже, кстати, где-то встречался, пока зачищал... карту. Да, они не будут тратить патроны, но его нафиг, может еще понадобится. Но я не прям близко с ними встречался, я просто... Не так близко с ними встречался, они просто летали, их просто расстреливал с вертолета и все. Они, может быть, что-то и делают, но я не хочу это выяснять. Ёлки-зыч. Да. Это выглядит как арена тогда. Я такой начал проваливаться. Куда? Значит, нажму какую-то кнопку, и начнется какой-то очередной звездец. Это понятно. Вопрос в том, насколько звездец. Okay, gondola is active. Круто. А, это вся конструкция едет. Угу, понял. Надеюсь, там ничего больше не было. Меня выпускают вот этих вот чуваков. Chief, watch out. Sentinels incoming. Они... Не вовремя перезарядка. С двух выстрелов лопаются, блин, больно. Их много. Вот в чем проблема. Надо перемещаться. Если ему в глаз выстрелить, он не лопается, но он только что перешел в режим самоубийства. Нормально. Нет! Блин, а из снайпы хуже. Я думал, будет лучше, но нет. Сколько их тут? Я их тут в жизни не перестреляю. Мне нужно просто уворачиваться. С моей точностью. У меня осталось на 2,5 обоймы. Не, спасибо. Они что-то попадают. Блин, их много.
испепелили. Так, короче, ладно, я понял. А, там еще эти арсеналы с оружием. Их все-таки надо было отстреливать. Я думал, что, может быть, не надо. А, можно попробовать кое-что. Смотри. Говорят, если буду попадать, то будет лучше. Так, он пошел уничтожаться. Такая штука, как у них, да? Он при получении урона просто летит самоубиваться. Или при невыполнении задания, что ли. Да, ладно, их легко можно сбить с помощью вот этого. Забираем обратно нашу убер-пушку. Ясно, не забираем. Стой, 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 я пошутил. Вроде все. Нет, оружка на самом деле ничего такая. Но она быстро как-то заканчивается. Ладно, посмотрим. Может, я потом такую возьму себе. Все-таки энергоклинки я хотел попробовать, но как-то понял, что это немножечко не мое, потому что стали появляться монстры. Те же самые хантеры, на которых нужно просто там 100-500 урона. И, ну, вблизи ты его точно бить не будешь, потому что вблизи они ваншотают. А что надо? А-а-а. Не в ту сторону пошел, прикинь. В. Внимательность. Ладно, вижу, что дверь красная. Такой, ну, может, я что-то какую-то дерну, где-то какой-то рычажок. Фиг. This way. Спасибо, Картан, ты могла мне сказать еще там. Я, кстати, до конца не уверен, что это все-таки Картана, но я продолжаю ее так называть. Ладно. Мне так немножко проще. Шепот напевает. Я думал, что перейти нужно именно таким образом. Телепортнуться на чувака и потом пере... А там мост появился, кто же знал. Ну, просто они там летают так скучно. О-о-о-о! Ясно. Если уж меня пускают в катсцену. Все шпили взаимосвязаны. So much potential. It's exquisite. It's dangerous. Да. Of course, I'm not suggesting we change the plan, but you can see it, right? All I see is problem. I don't believe that. A part of you must recognize the grandeur of this achievement. You're not a machine. You can't be that closed off. Да. What will it take for you to trust me? I... Spire first. If you say so. Да, в чифе пробиваются зачатки человечности. Would it surprise you if I said it wasn't going to be simple? Don't answer that. The lift's been disabled, presumably to slow us down. We're going to need to power it back up. Пойдем искать.
Где у нас могут быть батарейки? Тут валяется куча пушек. Ну что, я подозреваю, что... Это я вижу, спасибо, да, мне батарейки к ним найти надо. Вот тут открыто, мне кажется. Так мы их с первого раза расфигариваем. Хорошо. Первая батарейка. Где вторая? Они хоть и взрываются, но урон не такой большой. Почему она просто как-то не закрепляет на поясе? Двери по очереди будут открываться, я так понимаю. Да, двери по очереди открываются. They capture her, they will learn everything. Forced employment, weapons research, Earth. Good luck, Master Chief. Они просто висят, тупят. Captain Jacob Keys. Pillar of Autumn was his ship. What happened to him? He's gone. Да, про Джейкоба Киза я слышал. Красиво. Еле вырулил. Это могло плохо для меня закончиться. Очень плохо. Ну, то есть я лечу над пропастью, убиваю его и продолжаю падать в пропасть. Ладно, поехали, заберем второй, откроется третий. Мост выключился. Ну, понятно. Это, наверное, потому что как раз я батарейку и забрал, потому и мост выключился. У него больше энергии нету. Спасибо. К, комплименты. О. А вот этого я не видел раньше, не слышал. Может, я уже пропустил одну такую. Maybe it's my programming. Mm-hmm.
прилетел взрываться. Очень странно, что в обойме 250, а с собой я могу носить еще 600, сколько там, 50. То есть не 500, как на 2 обоймы, а на 2,5 обоймы. Может быть. Может быть, Картана. Я еще не настолько к тебе привязан. Я еще не прошел все игры. Я прошел только первые 2, получается, и сейчас прохожу это. Поэтому я не настолько еще к тебе привязан. Круто. We were supposed to take care of each other. And we did. She saved me. But I couldn't save her. You blame yourself. Yes. Да. Что я теперь делаю? Понял. Центральный терминал. You sure about this? She'll know I'm here. I'll be vulnerable to her. This could go spectacularly wrong. I'll take care of you. Okay then. It's okay. False alarm. She's not. Why do you fight the inevitable? Order approaches. The Reformation is but a new beginning. Sheep. The auditorium will spill its secrets. The Endless will walk this world once more. I can't fight it! Please! I... Red flag. 0-3-4. Ты её стираешь? Take care of it? You said you'd take care of me. You were going to delete me. And you stopped me. You put us all at risk. No, I saved us. No thanks to you. The Reformation? Yeah, yeah, it's begun. So what? Look what I have. Infiltration program, remember? You broke protocol. What is wrong with you? I was trying to help you. Trying to help us. It was worth the risk. It doesn't matter. There's your grav lift. Let's get this over with. Давай ты не будешь обижаться. Ты программа, хоть и искусственный интеллект. Обидчивая нашлась. Да, хотел стереть. Пожалуй, я даже поддерживаю чифы. Я поступил бы, наверное, так же. Так. Где же я? И зачем мне это? И куда? И как вообще? Очень долгий подъем. Do you have any idea what you're interfering with? The monitor's encephalon has served its purpose. The Reformation has begun. Реформация. Nothing can stop it. Блин, погодите, меня не пускают. They will be found.
Тут где-то есть череп, прикиньте. Мне об этом сообщают. Черепа, я знаешь, что они находятся в очень неочевидных местах. Так, они. I don't think the sentinels are gonna allow that. Maybe if you ask them nicely. Так а где этот враг? Все. The spires are all now active. Oh. What is it? I wasn't talking to you. The Reformation is being focused on a specific area called the Silent Auditorium. Interestingly, all the records of its purpose are missing. Hmm. The only way up is through there. Ну, давай. Let's get this over with. Говорю, прикинь, обидчивая какая. Вы хотите, чтобы я по ним прыгал? Сейчас вы решили ввести элемент паркура? Сейчас? Is anyone going to talk about what happened back there? Ask him. Chief? I guess not. Well, from what I saw, something bad happened. She... You were stuck. In pain. Trapped. And he was going to delete me. Да. What? Chief, really? Да. He doesn't talk much. He's more of what you might call a man of action. Especially when it comes to killing things. Right, Chief? Угу. А это, кстати, вообще не обидно. Ты пытаешься делать подколки, но это вообще не обидно. Подкалыватель, блин, юный. Что? А, это... А! Вот почему. Это крайне неочевидно. Ты приходишь, никого нет, и тебя никто не атакует. А, батарейка, тьфу ты, блин. Я думаю, чё тебе надо-то? Батарейка нужна. Пойдем посмотрим. Вот она. Think scanning for clues might help. Блин, кстати, оно заканчивается, эта оружка-то, если что. Надо поискать замену. Они в щитах! Ладно, не будем искать замену, подыщем зарядку. Я могу, да, я могу с вас подпитаться. Ой, ящик улетел. Бам! Ящиком по лбу. Кстати, череп, который здесь, я его, скорее всего... не найду. The spire is active. And yes, before you say it, I know it needs to be shut down, but look at it. It's accelerating the reformation, creating raw materials and sending them out. To repair the ring. Obviously. Mm-hmm. Or something more specific. Something dangerous. Probably. Everything has the potential to be dangerous, right? Меня било-то.
эта оружка очень мощная. Ну, блин, она очень быстро расходуется. Очень быстро расходуется, и на нее трудно найти замену. Ну, в смысле, зарядку, а не замену. Да, сдохни. Попробую пока что походить с ней. Возможно, не будет находиться зарядка где-то. То тут, то там. Хотя у нас там, я уже видел, внизу были револьверы. Я мог, по идее, им воспользоваться. Но... Гляньте, она просто растворяет. Убил его, как будто он ничто. Ребята, не хочу вас огорчать, но как бы по местным меркам вы ничто. Я даже патроны на вас тратить не хочу. Вот прям. Сейчас пойду отдохну немного и вернусь. Кинулся на меня так. Дашь мне перезарядиться, в конце концов, или нет? Так, сюда. Вообще, в принципе, за все это время, что я здесь, я нашел один череп, и учитывая то, как они были спрятаны, их прям нужно вкапываться, вкапываться, искать в самых неожиданных местах, где-то под какими-то заборами. Короче, я так понимаю, что случайно эту штуку найти, вот мне один раз повезло, но такого больше не будет. Там он где-то он может находиться. Хотя нет, там нужно место какое-то более значимое. Он не может лежать просто в мичке. Он должен лежать где-то... Его можно просто снизу пристрелить. Удачно, Минька. Неплохо разобрались. Мне вот просто осталось на один, может быть, два выстрела. Тут наверху может что-то быть. Я даже не знаю. Но все же... Погодите, все же эти двери открываются, да? Ладно, я, наверное, поменяю. Я пришел оттуда. Да, судя по трупам, не сюда. Ладно. Заблудился, бывает такое. Пушка очень хорошая, которую я выкинул, но... К сожалению... Они...
сожалению, придется от нее избавиться. Кто тут что топает, я не помню. Че топаешь? Топает она. Верните щит. Сейчас мы со всеми справились. Патрончики, не забываем. Бесконечный какой-то шпиль. Слушайте, мы уже в нем. Всю серию провели в этом шпиле. И он еще не закончился. Всю серию провели в этом шпиле, и он еще не закончился. При том, что мы же его не сначала шли, там у нас до этого тоже были файты. Прям реально он какой-то бесконечный. Огромнейшую хреновину мне такие оставляют и говорят, ну на, чувак. Мы ни на что не намекаем, но вот тебе практически БФГ и это, удачи. Меня прям к двери доставили, ух ты. Минус огромный. Бедные хрюки, серьезно. Тут кто-то еще есть? Просто банка в лицо прилетает такая, быдыщ. Попробуем еще раз. Вот это вот очень похоже на то место, где может находиться череп. Но его тут нет. Ладно, нам... А как, извините? А, вот тут. Я хотел сказать, она же меня убьет. Но тут можно пройти. Бедный крюки. Затолкали, блин, кинуть нафиг это. Во тьме ночной при свете дня. Идите нафиг от меня. Так и соты к нему летишь. Ну. Брейкхим. Дальше. Дурные птицы.
Держи, дружище. Мне это напоминает, типа, остановитесь, а то я буду бросаться пулями, потому что мне не дорисовали пистолет. То же самое здесь. Я просто бросаюсь бочками. О, патрончики принесли, спасибо. Блин. Оттуда еще вылетит? Мы же с вами знаем, что да. Или не вылетит? Да ладно. Все? Да, свали от меня. Нечего вышлепываться. Принадлежит изгнанным. Ну так. Ну да, наконец-то. Totally. О да. I mean, the spire. So did I, mostly. We're nearly at the top. Good, because something is being built. Well, rebuilt. What is it? Something big. Be warned, this configuration is superior to my last. Oh, good. Him again. You're in my exoscrupture! You are insignificant! Regrettably, so many forces required! I did not foresee this. That's the last time, I promise you. You can't stop this entire escalation alone! Can't you see? Hello, Ren. I require your able assistance. And look, he brought friends. Каких friends? He has friends. В самом деле, откуда у этого... Ого! Да, окей, окей, я этого не ожидал. У него есть друзья. Так. Не-не-не, чувак, нет. And look, he brought friends. Did you hear me? He has friends. No! This configuration, you haven't won! Not yet! That's quite enough for the game! Well, now I must be an error in my predictive models. Our resources are far! And what do you have? We will now be prepared for the infinite. You will compromise this installation further. Нет, нет, стой, 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 стой. Да ёлки, я говорю, стой! Блин, но он не сложный. Ладно, не буду ставить стенку, она... Я тебя понял, я тебя понял. Нет, 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 не надо, успокойся. Look,
Так, осторожно, осторожно, осторожно. Его... Он не тяжелый, у него просто эти утырки начинают прилетать. Надо стрелять в утырков. Так, патронов не так много остается, осторожно. Они сзади, я вижу. Так, гасим. Да ладно! Да ну оставалось же совсем чуть-чуть, да ну блин, вы чё? Ладно, все, последняя попытка. Давайте, он несложный, он вызывает... двух утырков, это не так много вообще. Я слишком много гранат выкинул. Так, где они? And look, he brought friends. Did you hear me? He has friends. У него атаки легкие, ну то есть они предсказуемые, но очень крутые по дэмэджу. О, погоди. Very well, I will reveal you. Не то. Не надо, не надо, не надо. Есть. Не делай так. Сейчас тебе не делай так. Валим, 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 валим. Вот не надо с ним спорить сейчас. Да ёлки. Ладно, ребят, все, давайте тогда... Я не хочу это сейчас... Ну, это глупость, я прохожу практически полностью. Давайте тогда закончим на этом. Начнем со следующую серию как раз этого момента. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.